В Санкт-Петербурге также отметили праздник. Торжественное мероприятие прошло в постоянном представительстве Якутии. Оно началось с гимна и прямого включения с театра, оперы и балета, где с приветственными словами выступил глава Якутии Егор Борисов. Далее был показан видеоролик с кадрами самых живописных мест родного края. Здесь собрались студенты и люди, которые поднимали алмазодобывающую отрасль республики. Специально для них организаторы представили выставку Василия Чуйко «Моя Якутия. Природа и люди». Далее состоялось вручение памятных подарков юбилярам и вручение именных стипендий главы республики студентам-якутянам Наталье Александровой и Ивану Дьяконову. В завершении мероприятия зрители порадовали музыкальными номерами. Республика будет и в дальнейшем служить одним из надежных фундаментов федеративного устройства России, оплотом политического, общественного и межнационального согласия. Уважаемые якутяне, от всей души поздравляю вас с этим праздничным днем.